разумом и могуществом защищал замок и придавал сил королю и его людям. Артефакт был защищен мощными заклятиями, и только те, чьи помыслы чисты, могли прикоснуться к нему. Десятилетиями многие короли и рыцари пытались приблизиться к артефакту, но втуне. Легенды гласят о благородном и справедливом герое, который придет и сумеет взять артефакт. Но, подойдя к воротам, наши герои осознали, что нежить захватила замок целиком. Некогда прекрасное место превратилось в обитель ужаса. Как-то не похоже на замок, о котором вы говорили. Нет, я не могу поверить. Они... разрушили. Разрушили все. Нужно поторопиться. Yeah.
Посмотрите сюда, что это? Какая-то книга. Дай-ка я взгляну поближе.